В августе украинские силовики активизировались в ДНР. Об этом сообщил заместитель командующего корпусом Минобороны самопровозглашенной республики Эдуард Басурин. По его словам, украинские силовики перешли от открытых военных действий к терактам и диверсиям. Для этого в ДНР прибыли 3 диверсантки. Их цель – вербовка, создание агентурной сети, разведка и убийство видных политиков. Кроме того, силовики незалежные стараются навредить мирным жителям. Их оставляют без коммуникации. Так из-за обстрелов фильтровальные станции без воды остались Донецкая, Авдеевка и Синоватая. Нападение на трансформаторную подстанцию обесточило Горловку, Зайцево и другие районы. Также жители оставили без связи, лишили возможности позвонить в экстренные службы и вызвать скорую помощь. В августе в Донецкой Народной Республике погибли 3 мирных жителей на растяжке от самодельного взрывного устройства и при обстреле. В течение месяца они 2 провели диверсии на основных магистралях линии связи республики, в результате которых получили повреждения линии связи сотовых операторов МТС, Лайф и Феникс в Петровском, Куйбышском, Ворошиловском районах города Донецка, населенных пунктах Углегорск, Еленовка и Докучаевск.